Основные мероприятия Дня рыбака развернулись на главной площади города. Весь день для самых юных гостей работала игровая площадка. А на сцене поднимали настроение мурманчанам песнями и плясками лучшие коллективы города. На центральной площади города рыбаков поздравляли стоя. Народные гуляния начались с самого утра. И пока взрослые угощались различными яствами, детвора каталась на электрокарах, а те, кто помладше, резвились на надувных батутах и веселой карусели. Свои поздравления труженикам моря и всем, кто связан с рыбной промышленностью, выразили в танце творческие коллективы из Санкт-Петербурга и Мурманска. Но первыми поздравить рыбаков вышли на сцену главные лица города. Еще раз! Мурманск был, есть и будет рыбаком. С праздником вас! Город Мурманск родился как город рыбаков. Я думаю, что мало в нашем городе найдется семей, судьбы которых не связаны были бы с морем в различных ипостасях. Так было, есть и будет. Город Мурманск хорошеет, город Мурманск благоустраивается. И он всегда будет одной из главных рыбных столиц нашей страны. Ура! Для кого-то море – это молодость и яркие воспоминания, для кого-то вся жизнь. Александр Крупнокрасный впервые оценил рыбацкий труд, когда ему не было еще и 17. И только уйдя на пенсию, покинул флот. Прошел долгий и нелегкий путь от ученика-моториста до начальника механика судовой службы. Юбилейная медаль «300 лет российскому флоту» – государственная награда за безупречный труд. Мы ходили в море, ударно трудились, приносили пользу родине. Она думала о нас и отвечала нам взаимностью. Сегодня не только праздник Мурманска и мурманских рыбаков. Сегодня, по идее, это праздник всей страны, потому что рыба, добываемая в Баренцевом море, в Атлантике, в ЦВА, в ЮВА, она шла во все концы страны. И можно было в любом городе отдаленных областей увидеть мурманскую рыбу. Если я с тобой останусь, заскучает друг мой парус, улетай скорее. Очень рад, то, что в городе Мурманске существует такой праздник. У меня, кстати, муж связан с морем, тоже, правда, не рыбак, но да, моряк. Вот. И хотелось бы поздравить всех мурманчан, и кто имеет дело, то ходит в море. Баренцево, да, не только в Баренцево, всех ветеранов, с Днем рыбака. И даже погода нам, кажется, немножко решила улыбнуться за все эти дни. Солнышко показалось немножко. Этот праздник самый любимый у нас в городе, наверное. День рыбака давно стал поистине народным и, пожалуй, одним из главных праздников нашего города. А Мурманск по-прежнему зовется рыбацкой столицей. А это значит, что у морского промысла Заполярья большое и светлое будущее.